Привіт, Даніло, я тебе вже давно чекаю. Привіт, Дашо, розповідай. Чорт видати. Святий Миколай подарував тобі щось чи ні? А, так, звісно, подарував. Він подарував мені величезного білого ведмедика. Клас, а я свій подарунок навіть взяла з собою. Дивися. Вау, це ковзани? Так, це ковзани, я про них мріяла цілий рік. Не хочу гаяти час. Ходімо на каток. Я, мабуть, не піду. По-перше, у мене ковзанів нема, а по-друге, я кататися не вмію. У мене друг, він професійний спортсмен, давно займається фігурним катанням. Сьогодні я вас познайомлю. Ого, фігурним катанням? Так, Даша, слухай уважно. Фігурне катання – зимовий вид спорту. Спортсмени-фігуристи переміщуються по кризі на ковзанах з використанням різноманітних спортивних та танцювальних елементів, найчастіше під музику. Перший клуб любителів фігурного катання з'явився в Единбурзі ще 1742 року. Заняття фігурним катанням розвивають пластику, грацію та зміцнюють здоров'я. Ух ти! Це здорово! І на каток ми таки підемо. На справжню льодову арену, де тренуються професійні спортсмени. Думаю, нам там допоможуть. Ну добре, ти мене вмовила. Ходімо. Пішли. Так, а ногу як тримається? Це, мабуть, через тяжку гору не треба мати. Так. Нічого собі. Як вони так крутяться? Це неможливо. Привіт. Ти дуже гарно катаєшся. Дякую. Ваня, це моя подруга Даша, і вона дуже хоче навчитися кататися на ковзанах, але в них неї немає. Так, добре, не проблема. Зараз що-небудь придумаємо. Це мій друг Діма, ми вже знайомі років 5. Катаємося разом на ковзанах. Давай переодінемо коньки. Вот, Даша, я тебе нашел коньки, я думаю, для первого раза подойдет. Вау. Одевай. Они такие гарные. Их же можно натянуть, да? Да, можно. Давай, Даша. Так, яка права, яка ліва. Ти там справа. До речі, друзі, 4000 років тому в Північній Європі під час суворих зим люди зробили перші кроки на лід. Тоді ковзани робили з кісток тварин. Схожі ковзани, що належали кімерійцям, археологи виявили біля Одеси. На них люди швидко пересувалися замерзлими ріками та озерами. Хоча зараз батьківщиною фігурного катання вважається Нідерланди.
Саме голландські майстри у 14 столітті першими виготовили дерев'яні ковзани із залізними лезами. А як правильно їх шнурувати? А чим відрізняються хокейні ковзани від фігурних? Клинках для фігурного катання є зубці, а на клинках для хокею їх нету. А навіщо потрібні зубці? Ну, зубці потрібні для того, щоб виконувати на клинках різні елементи, може бути, навіть відталкиватися. Ну що, пішли на льот? Так. Давай, идем. Давайте сейчас познакомлю вас со своим тренером Верой Марковной. Здравствуйте. Значит так, девчонки, сейчас мы вам будем давать мастер-класс. Как я понимаю, не катаемся вообще, нет. Значит, девочки, отлепились друг от друга. Хорошо? Все нормально, не боимся? Нормально все. Ну, хоть улыбнемся, мне самой страшно, ты как была. Мальчишки, Дима и Иван, они вас сегодня будут учить кататься на коньках. Я так, держись за нее, держись. Если тебе так спокойнее, можешь за нее. Как вас зовут? Даша, меня зовут Даша. А я Даниэла. Потрясающе. Я Вера Марковна. Значит, мальчишечки с вами сейчас очень-очень аккуратненько пройдут недалеко туда. Значит, Дмитрий, берешь Дарью, Иван, берешь Даниэлу, не цепляемся, а просто аккуратно подстраховывая их, чуть-чуть, никак, ты ее придерживай аккуратненько, поднимаем ноги, мы идем как по улице, как по, вот так, вот, смотри, красотень просто. Как у нас тормозят? Ну, Ваня, ну как? Они же пяточкой тормозят. А падают на бочок. Ваня, а как вы падали? Вы приседали, на бочок ложились. Вспоминай, Ван. Нет, на меня смотрите. Конечно, присели, на бочок упали. Вот так. Ну, в принципе, так, девчонки. Доброе. Главное голову беречь. Так, или так. Дима, возвращайся. Дим, обратно. Отпусти ее, что ж ты в нее так вцепился. Отпусти, возвращайся, Димка. Давайте. Не цепляй ее. Смотри, как ты не ела. Уже скоро на Олимпиаду поедешь. Отпускай, она сама может ехать. Придерживай ее, да ее толкну. Вот. Стоять. Они еще могут в саночках чуть-чуть проехать. Дима, вот проедь чуть-чуть в саночках. Иван, тоже в саночках. Будь девчонки, чуть попробуй присесть. Это совсем чуть-чуть присесть. Снизь же, Дим. Вот. Девчонки, попробуйте. Нет, дитися. Вам ничего делать даже не надо. Вам надо чуть-чуть пройти и чуть-чуть присесть. Так низко, как они, вы все равно не присядете. Поэтому, не надо. Я и не прошу, мне и не надо. Чуть-чуть пройдите, вот пару шагов вперед. Пройди, поднимай ножки, поднимай. И присядь, сам. О, я еще не тушу, с ума сошла. Прошли, подняли ножки. Сели, сам. Красотень. Развернулись. И поехали обратно, то же самое. Поднимаем ножки и садимся. Все. А скільки років треба займатися, щоб поїхати на Олімпійські ігри? Ну, это, ребята, кому как дано, понимаете? Некоторые с 3 лет начинают, а некоторые с 12 тоже попадают на Олимпиаду. Да. А как вообще проходят змагання? Як, за какими критериями оценивают выступы танцористов? Девчонки, 3 раздела. Одиночники, мужчины и женщины, спортивные пары, где используются прыжки и поддержки, спортивные танцевальные пары, где нету сложных выбросов, сложных вращений, сложных прыжков. А что есть вершиной карьеры для фигуриста? Думаю, Олимпиада. Думаю, для
каждый фигурист мечтает поехать на Олимпийские игры. Конечно, ну, единицы и сотни это будет дано. Но, думаю, мечта каждого – это Олимпийские игры. Олімпійські ігри – престижні міжнародні спортивні змагання. У стародавній Греції, у місті Олімпія, ігри проводили раз на 4 роки протягом 12 століть. Та потім ці змагання заборонили римський імператор. Ігри відновили наприкінці 19 століття, коли участь в Олімпіаді взяли 14 країн. У 1994 році першою олімпійською чемпіонкою незалежної України у фігурному катанні стала 16-літня Оксана Баюл. А кто из ваших учеников уже намагался потрапити на Олимпийские игры? Нет, ну мы еще не доросли до Олимпийских игр. Ну скажите, ну Ваня? Ну вон, Ванечка у нас, да, Шмуратка. Уже, в принципе, на юниорском чемпионате Украины занял 3-е место. Хотя был самым младшим участником этой категории. А можно научиться кататься без тренера? Можно, но вы не обучитесь ничему сложному. В принципе, простой, вперед, назад, конечно, можно научиться. Но если вы хотите хотя бы чего-то достичь, обязательно, даже как у нас, при самом талантливом спортсмене всегда есть тренер, потому что на одном таланте далеко не уедешь. А какие должны быть рисы характера, чтобы стать профессиональным фигуристом? Думаю, настойчивость, трудолюбие, где-то наглость, где-то смелость. Ну, без этого никто у нас никуда не пролазит, в принципе. А чему учите на первом занятии? На первом занятии стоять на коньках. Просто стоять. Ничего не делать. Просто стоять и не бояться. Когда учатся прыгать, но они, манючки, просто подпрыгивать. Учатся со второй, с третьей тренировки сразу же. А сложные элементы, опять-таки, все зависит от ребенка. Самый простой этап – это у них перекидной прыжок. Где-то и в 3 можно прыгнуть. И в 7 лет можно прыгать. Самое сложное – это прыжки в 4 оборота. Это может быть любой из 5 прыжков. Их сальфа, тулуп, ридбергер, флип-луц. Любой из этих прыжков в 4 оборота. А аксель – это наискладнейший стрибок? Ну, для кого как. Опять-таки, для кого как. Но это считается одним первым из таких уже достойных элементов маленького фигуриста. Дякую, Вера Маевкина, это было невероятно. Я рада, что вам понравилось. Спасибо. Вань, давай попробуем сразу тройной сальто. Сейчас я вас познакомлю с моим тренером Саной Юрьевной. Я уже занимаюсь с ней больше 2 лет. Пройдемте. Пошли правая. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Даниэла, а это Даша. Очень приятно, меня зовут Анна Юрьевна. И мы пришли подивитися, как тренуются фигуристы. Да, пожалуйста. Не хотите присоединиться к нам? Пошли. Можно? Конечно. Сейчас мы будем делать упражнения на подкачку пресса. Легли на спиночку. Пресс и подколенных мышц. Складочку. На счет раз. Поднимаемся и садимся. Прямой угол. Раз. Спиночка. И сложились 2 в складочку. И подтянулись 3. И легли 4. Стоп. И раз. И вниз. 2 еще. И 3. И 4. А навещо фигуристам такі вправи? Для того, чтобы танцевать, нам нужен крепкий мышечный корсет. Такими упражнениями мы укрепляем наш мышечный корсет. У нас закрепляется пресс, у нас работают мышцы, ну, соответственно, становится сильнее пресс и ноги. Давайте перейдем к растяжке. Так, шпагаты. Ничего, тоже молодцы. Надо развернуть пяточки вперед. Так. У меня надо до конца выходить. Ну, чтобы ходила до конца, надо заниматься каждый день и не по 1 часу. Молодец, Миша. Вперед. Раз. И наверх. 2. И пор-де-бра назад. 3. И подтянулись. 4. Можем перейти к станку? И... Чи важливо для фигуриста добре займатися хореографією? Конечно, важливо. Потому что на хореографии мы
вырабатываем красивые линии. А потом они все эти линии показывают в своих программах. Назад. 5, 6, 7, 8. Сегодня у нас занимается группа «Танцы на льду». 3. «Танцы на льду»? Да. «Танці на льоду» – унікальний вид спорту, коли спортсмени повинні не тільки чудово кататися на ковзанах, але бездоганно танцювати. Першим, хто об'єднав спорт і мистецтво танцю, став американець Джексон Хейнс, батько фігурного катання. І сталося це у середині 19 століття. Проте танці на льоду сформувалися як окремий вид спорту лише через 100 років, а в програму зимових Олімпійських ігор їх включили у 1976-му. Борди, бра. Раз, два и три, четыре назад, машуся локоть, 6, 7, 8 закрыли. Танцы на льду – это парный вид спорта? Парный вид спорта, они танцуют парами. Кроме танцевальных пар, есть еще спортивные пары, но эти пары отличаются, у них более есть более сложные элементы, элементы в поддержках, в прыжках. А кто выбирает музыку для выступов? Музыку подбирает тренер, который работает с этими парами. Он подбирает музыку и ставит программу. Я чула, на Олимпийских играх танцевали и под современную музыку, и под классическую. Музыку можно использовать любую, и современную, и классическую. А у нас в танцах еще есть обязательная программа. Это короткая обязательная программа. Вот там используется и латино. Используется и пассодобль, используются танцы из бальных танцев. Сегодня у нас занимается пара, которая готовится к соревнованиям. Как? Это та, Маша и Кирилл. Что, я ничего не пустила? Вдвох, напевно, важче заниматься, ніж одному? Нет, не сказала бы, просто нужно привыкнуть друг к другу. Кирилла, а ты не боишься поднимать Машу? Ну, перед тем, как мы выполняем поддержки на льду, мы все делаем сначала в зале, все подготавливаем, а после этого мы переходим на лед, и после этого уже очень просто все делать. А какое это чувство, когда ты выиграешь змагання? Такое чувство, я не знаю, может, нельзя передать словами, потому что ну, ты чувствуешь в себе такой экстаз, что ты выиграл, и никто лучше, никого кроме тебя лучше нет. Мы сейчас готовимся к юниорскому чемпионату Украины. Если хотите, можете сейчас пройти, посмотреть на нашу программу. Добре. Але для себе, думаю, все вийде. Па-па, друзі! До нових зустрічей!